Все-таки я решила перейти на мои помадки от Caroline. И сегодня с помадкой в номере 599. Обожаю эту помаду. Если я не ошибаюсь, она у меня уже второй раз. Очень вот такой вот красиво, между розовым. Вот такой вот очень нежный, приятный цвет. Также она вот у меня участвует в проекте. Видите, все почему-то у меня в тетрадочку получила вот такое вот углубление. Я вам хочу сказать, почему меня тянет опять на все мои помады, так как я заскучала за своими рабочими косметичками. Но ничего, с сентября месяца мы вернемся к косметичке, косметичкам. И, наверное, каждый месяц я буду брать другую группу помад своих, чтобы еще раз вспомнить, какие там цвета, как они носятся. И вообще, я скучаю за всеми своими помадами из-за того, что из-за большого их количества не успеваю их всех использовать, поэтому приходится устраивать ротацию. На вечер я выбрала вот такой вот ароматик. О, девочки, Lost Cherry. Реплика на Tom Ford Lost Cherry. Вот эта фирма, где мы покупали. Покупали мы это в Украине. Боже, как вкусно пахнет. Через закрытую баночку. Прям вот эта вот горечь, вот эта вот вишневая. Косточки обалденно. Вот реально вот этот аромат, они шикарно сделали реплику. Как видите, я уже ей пользуюсь. Опять же, не очень много, потому что это на особый случай. Это аромат не на каждый день. Хотя, честно говоря, вот мне хочется ими пользоваться каждый день. Очень классно. Здесь 30 мл. Стоило копейки. Наконец-то я добралась до своей новиночки. Помадка от Lancôme в номере 274. Ruby Cream. Подарочек от Леры. Forever. Огромное-преогромное тебе спасибо. Кстати говоря, здесь написано, что это руби, рубин. Но я бы хотела сказать, что это больше похоже на вареную сгущенку. На какую-то карамельку. Прямо аж хочется скушать ее. Кстати говоря, здесь очень красивый, прекрасивый срез. Пыталась я его не испортить, поэтому красилась другой стороной. Очень сложно это сделать, но помадка очень кремовая, обалденная. Я думаю, начало осени, зима, она у меня будет только так участвовать, да, в моих макияжах, так как эта помадка больше подходит такие под более коричневые, темные, да, зимние макияжи. Но мы сейчас с удовольствием пойдем ее тестировать на море. Да, обязательно крашу помаду на море, так как у нас очень соленая соленая вода, и помада помогает защитить губы. То есть, если попадает вода на губы с помадой, хоть это помаду не смывает, а просто остается как бы сверху. Если не красить, то можно высушить себе губы в нет. Все, наконец-то мы пошли днем на море. Конечно, немножко опасновато из-за жары. Вот мы отдыхаем. У нас, кстати говоря, очень-очень мелкий песок. Настолько мелкий, что если он во что-то попадет, то все, капец, вы уже туда не вытрусите. Даже если вы постираете, даже если вы сполоснетесь в душе, вам это не поможет. Мелкий песочек, вода, наверное, где-то плюс 34. Воздух, наверное, плюс 36, где-то вот так. Очень жарко, но заходишь в воду, и получается, что водичка как бы холодная. Но зато вот такие вот волны. Здесь купаться нельзя, в принципе, да, то есть как бы поплавать. Поплавать нельзя, как бы мокнете. Водички просто заходите так по прыгусе. Вот там, где есть красные флажки вдалеке, там можно плавать. Вон спасатели. Сегодня красный флаг. Красный флаг — это так, средняя степень опасности. У нас опасны не волны, а водовороты, которых даже не видно, которые вода затягивает вас внизу под водой. Там дальше корабли катаются, кто-то на бананах, кто-то на лодках, видели на водном мотоцикле. Короче, наконец-то для нас наступило лето в середине августа, так как ушли медузы, и мы теперь можем спокойно, преспокойно плавать. Водичка, кстати говоря, чистая, водоросли у нас нету. Вообще, посмотрите, вообще нигде. Это просто шикардос, Средиземное море. У нас просто кайф. Есть ракушки? Можно найти ракушки, но сейчас как бы не особо много. Вот, так как сейчас так более спокойно.
А бывает такое, что прям так наметает ракушками, что прям ходить невозможно. А вот есть немножко ракушек. Надеюсь, вам видно. Просто очень все отражает. Солнечные очки, не солнечные очки. Очень вот-вот-вот видно ракушки немного. Намывает. Если многие ходят, собирают. И хотя у нас есть запрет. Вон рыбка даже плывет мелкая. Есть запрет на вынос ракушек с пляжа. Еще одна реплика. Ангел и демон. Девочки, не помню точно, какой из них. Я знаю, что даже в оранжевых упаковочках, да, во флакончиках они отличаются друг от друга. Вот когда покупаешь, вроде кажется, боже, все запомнишь. Как, что, куда, а потом это все стирается из памяти. Только помню, что это было в оранжевом флакончике. Но не могу вам точно сказать, или это тот же самый флакончик, как у меня был от Левантик в оригинале. Оранжевые флакончики у меня были только от Левантики оригинальные, и пробовала в магазине. А у меня есть настоящий в черном флаконе. Но я хочу сказать, очень приятно пахнет. Это более крепкий аромат, это не летний аромат, это более осень-зима. Он более такой насыщенный аромат. Но я знаю, что очень многим нравятся эти ароматы «Ангел и демон». Вот эти розы называются камелия. У нашего дома растут. Ну что, мы опять идем на море с помадкой от Caroline в номере 537. Обожаю эти помадки, особенно эту, которая непонятно, то ли она бордоватая, то ли сиреневатая, то ли коричневатая. То есть вот такой вот необычный цвет. Я вот хочу сказать, вот когда такие неопределенные цвета, они подходят под многие-многие макияжи. А она еще вдобавок очень кремовая, очень нежная и замечательно носится. И также участвует в проекте «Закончить чаще». Вот меточка. Но эта помада как бы, да, в проекте 2 года. И посмотрите, по-моему, даже заводской срез остался таким же. Я говорю, у нас день ото дня меняется берег пляжа. То мелко сразу от берега, то глубоко. Вот я вот рассказывала. Так у нас могут намывать ракушки, вот у нас весь берег ракушек. Хотя вчера, да, надо было искать их как бы. А сейчас, смотрите, как нам намело. И так вот вдоль всего берега. Красотень. Опять у нас сегодня красный флаг, такой средний. Это там, где отмечена территория спасателями плавать. А мы тут у берега пляшемся. Еще одна реплика с этой фирмы. Кстати говоря, мы прикупили немало реплик. А почему? Потому что первые реплики, которые мы купили, были удачные. Потом мы решили попробовать еще другие ароматы. И на этот раз у меня Wild Pears, дикая груша от Монталь. Девочки, если честно, на оригинальные такие душки я не пробовала, поэтому я не знаю, как бы насколько аромат схож, но в принципе сам аромат по себе мне нравится. От среднего к более крепенькому такому. Это не компотик, это немножечко такой более тяжелый аромат. Кстати говоря, эти реплики не слетают моментально, они носятся по полдня, а то и больше. Да, все зависит от того, сколько пшиков вы сделали. Как видите, я уже здесь пользуюсь. И у нас здесь 30 мл, то есть я периодически к ним возвращаюсь и пшикаюсь. Очень удобный распылитель, да, не сильно бьет и не очень слабо, как раз. Но опять же, есть такие, которые один раз пшикнули, им достаточно, есть, которые пшикают от 3 до 4 раз. Знаете, это все, как говорится, под настроение, и все зависит от стойкости аромата. Иногда есть такие ароматы, что один раз пшикнулся и достаточно. Есть такое, что пшикнулся всего 10 раз, и будет мало. Вот поэтому, но в принципе, вот... Очень довольна. Я знаю, что эти реплики продаются как в России, так и в Украине. Мы заказывали через Украину в свое время. Вот, и поэтому у меня в пластмассовых флакончиках. Но я видела очень много девочек, которые с России. У них в стеклянных флакончиках. Но, может быть, стеклянные, они шли от 50 мл. А у нас по 30. Мы как бы взяли на пробу. Поэтому мы не рисковали брать более большие флакончики, для того, чтобы понять, как бы стоит их брать, не стоит брать, стойкие, не стойкие, понравится ли нам. Но, в принципе, я хочу сказать, что все довольны. Еще одна помадка от Caroline в номере 103. Девочки, по-моему, в прошлом году я ее забыла взять в проект. Да, отметочки нет. По-моему, она это та из помад, которая у меня завалялась за как бы другими помадами. И я ее нашла только к концу года. Поэтому я ее не отметила, но в проект добавила. Надеюсь, что я ее отметила попозже. Не знаю, посмотрим. Вот такая вот милая, я даже не знаю, или это нюд, шоколад.
Нет, шоколадом она не пахнет, есть такой легкий аромат, но не шоколадка, но она на губах просто бальзамная. Решила чуть-чуть ее, да, попробовать цвет, и раз-раз она уже накрасила сама себя. Обалденная помадка, класс. Девочки, просто вот хочется ей красить и красить, она настолько скользит по губам. Обожаю вот такие вот кремовые, нежные помадки, которые вот без карандаша нанеслась на раз-два. Наконец-то я открыла сезон. Но я хочу сказать, что сегодня море совершенно другое. Вот можно видеть, сколько камушков намело и сколько веточек разных, водорослей. У нас обычно водорослей нет, как я говорила, буквально вчера, может, позавчера. А сегодня намело, ух ты, ну как бы, нет такие сильные водоросли, а вот такие вот, я не знаю, если видно через воду, такие деревяшечки. Вот, а где-то и маленькие кустики попадаются, тоже водоросли, так прикольно. Вот. Получается, что здесь купаться невозможно, а сегодня самое интересное, что хорошо купаться прямо там, где вот спасатели выделяют для этого места. Вот там мы и заходили на самую глубину, сейчас купаться. Красотень! Поэтому сейчас вот пляж, кстати говоря, не очень людный. Будний день, все на работе. Вот, тут какое-то мероприятие, вот они закрыли. Там это сцену поставили, закрыли. Какое-то будет мероприятие. Там у детей летний лагерь, они серферы, занимаются серфингом. Красотень. Море шикарное. Вечернее сборище мотоциклистов. Сколько виден глаз, столько мотоциклов. И женщины, девушки, мужчины. Решила повтестить, использовать, вспомнить. А, вот такую вот вкусняшку. Аромат от Руссарди, который называется My Name. Очень такое интересное оформление. У меня здесь даже есть бирочка, которая как-то вот так вот, прямо вот под вот эту железку одетая. Но колпачка, к сожалению, нету, так как этот аромат я покупала на морском привозе. Но, кстати говоря, девочки, я хочу сейчас еще сказать минутку о том, о карандаш Avon, который ругает, говорит, что они слишком мягкие. Вот я вам сейчас покажу мои стрелки. Они пережили сейчас, девочки, море и после этого душ. Да, то есть я как бы не снимала мицелляркой, ничего, но я мыла голову. И смотрите, стрелки на месте. Может быть, не совсем идеально. Да, остались, но даже тенюшки, вот от Beauty Care немножечко, и карандашик на месте. Вроде бы мягкий, да, как бы боятся, что он размажется. Его надо наносить очень-очень легко, но потом он схватывается и держится, как вы видите, шикарно. Кстати говоря, вот этот цвет, это Smoky Diamond, серый карандаш, такой мелкой-мелкой блесткой. Обожаю его. У меня там, кстати говоря, не очень много осталось, так как я его использую в зимнее время года. Я уже снимала для вас этот цветок ночной. Цветет только ночью. Называется дурман обыкновенный.